Так, друзья, мне сообщили, что черный мустанг уже готов. Я работать, вот... блядь, будет или все, нет? Все. Так, это все. Будет такой, ну, красавчик. Итак, друзья, всем привет! Ну что, настало время познакомить вас немного больше про наш офис, про наше СТО и что здесь происходит. Весь офис, масштабы вы видите. Здесь автомобили, некоторые стоят возле офиса, у нас всегда охрана, ночью, днем, короче, все четко. А тут Абет, Макдональдс, да? Как говорится, кто не успел, тут опоздал. Все, разобрали, да? Больше ничего нет? Вот так вот. А, есть, да? Когда мы начинаем работу, когда мы... То, что вы мне сбросили, я прошелся и составил его. Вот, собственно, вот такая обстановка рабочая. Да ладно, этот выпуск не про это. Мы сейчас пойдем в другую локацию, покажем что-то более интересное. А здесь вот такое еще помещение в компании есть. Немножко позже расскажем, что здесь еще продолжается немного ремонт. Но не будем тратить время, пойдем в СТО. Мы попадаем в наше СТО. Это помещение, там, где ремонтируются автомобили. Сейчас покажем вам весь интересный процесс, что здесь находится, какие машины, ну и так далее. В общем, думаю, будет интересно посмотреть. Давайте посмотрим сдалека на весь объем. В общем, этот влог будет такой непрофессиональный, а просто лайв-контент, чтобы вы увидели наш сплоченный коллектив, как работают ребята, ну и многое другое, то, что вас интересует. Смотрите, собственно, вот у нас автомобили ребята занимаются. Давайте подойдем, что у нас. А вот, например, смотрите. Сейчас посмотрим, что тут происходит. О, так тут уже разбирают. Так, привет. Привет. Чем занимаетесь? Разборкой мотора. Ага. Отлично. Получается? Конечно. Куда она денется, да? Да. Отлично, крутяк. Не будем отвлекать. Пойдем дальше. Так, пойдемте дальше, посмотрим, что у нас тут еще есть. Привет. Привет. Здесь у нас выход на улицу. Здесь, как вы видите, у нас стоят автомобили, которые ждут своей очереди на разные работы, на дефектовки, на ремонт и так далее. Машины часто заезжают, выезжают, меняются, ну, в общем, новые приезжают, старые уезжают, которые готовые. Короче, процесс идет, и это круто. Так, ладно, пойдемте дальше, посмотрим, что здесь происходит. Поспрашиваем у ребят. Что они делают еще? Так, Ян, мне нужна информация, что сейчас вот ты делаешь? Заказ на ряд, дефектовочный лист, составляется на автомобиль. Понять фронт работы, замена рихтовки, покраска деталей. Ага. Все записываешь, все проверяешь, смотришь. Стандартная процедура. Как мы поняли, обычная стандартная процедура. Ян занимается, записывает. Ну, как-то так. Но тут еще у нас стоят красивых мустанга, которые готовят. Собственно, смотрите, здесь картина маслом. Стоит белый мустанг, подготавливается, и черный. Но черный уже практически готов. Здесь у нас осталось только полирнуть капот. Давайте покажем. И, кстати, сегодня он уже будет готов. Поэтому немножко позже покажем результат. Ну, он будет вообще, он будет такой, ну, красавчик. Так, здесь ребята занимаются бампером. Что там, получается все? Конечно. Куда оно денется, да? Ну да. Отлично. А еще раз напомню, это бампер с какого автомобиля? Jetta, да? Volkswagen Jetta. Окей. Это у нас, получается, две покрасочные камеры.
когда ребята загонят туда автомобиль, чтобы красить или некоторые детали, мы зайдем и покажем, как это все происходит. Я думаю, будет очень интересно и круто. Здесь старые детали от этого автомобиля. Уже стоят там бампер, крыло, фары. Все новенькое стоят. Ребята вот сейчас работают, подготавливают. Так, что делаете? А ну, рассказываем. Есть, конечно, на машине повреждения, не без этого. Однократно в некоторых местах были повреждения. Отрихтовать это и потом это все дело протянуть шпаклевкой. Не без этого. Отлично. Так, ну мне сообщили, что здесь что-то будет на автомобиле интересное после того, как уже подготовился, да? Да, да, здесь будем рисовать. Раз автомобиль красится целиком, и мы будем имитировать покраску в стиле GT500 Shelby. У нас бампер соответствующий с надписью вот. Shelby. Отлично. Чуть-чуть запылилось, да? Но да, и надписью GT500. Вот поэтому это и покраска. Покраска будет соответствующая, да, с красивыми синими такими сочными кэнди краску специально будем заказывать, чтобы полосы были сочные, синенькие, красивые. В общем, будет прям в лучших канонах стиля покраски крутых мустангов. Крутяк. Собственно, не будем отвлекать ребят, пускай занимаются поскорее, чтобы увидеть этот красивущий результат, поэтому. Мне сообщили, что черный мустанг уже готов. Отполировали капот, все доделали. Короче, бежим, показать вам пушечку. Богдан! Ты меня слышишь? Ляп-ляп-ляп. Вот он, лицо компании. Ты летит. Так я вот. Работать, блядь, будет или нет? А, все. Простите. Вот. Это не тебе. Ну понятно, я работаю. Ты единственный, кто работает. Да. А всем остальным, блядь, передай, чтобы, сука, начали работать, блядь. Вот. Не всегда он такой добренький, видите, как мы показываем в Инстаграме. А так, это все. Это, если что, влог будет. Понял? О, все, ля. Привязали, чтобы не убежала. Что же он там такое делает? Хочешь помочь? Давай. А ну. Да я подержу сам, подержи. Ну вот, лицо компании работает, а говорят, не работает. Где стучать надо? Где стучать надо? Вот тут берем. Блин, а ты умеешь стучать? И вот туда еще чуть-чуть. Давай. И вот этот. Все, автомобиль эксклюзивный. Продажа очень дорого, да? Пойдем дальше. А здесь? Ну что ж. До этого. А, все, крутить уже перехотел. Да, ребята. Уже не дают, уже так. Грязную работу не берешь, да? Делать. Может, мы говорим за специфическая работа. А. Здесь типа права. Только мастера могут сделать, да? Только профессионал экстра класса. Отлично. Ага. Так, вот это я уже не тестовал. Получается. Вся банка там вся. Ага. Это уже все в порядке. Музыку вот ребятам настроил. Отлично. Лимонад, боржоми. Ну тут мы уже. Ну тут я уже все рассказал. Ты тут уже. Да, ты тут уже не нужен. Да иди, ты работай. Все. Пока.